13 мая в Галерее сибирского искусства начала работу выставка современной книжной графики Ирина Маковеева, Мария Шебека «От рисунка к книге». Именитые авторы из Москвы и Владивостока плодотворно и ярко работают в книжной иллюстрации и впервые так широко представят свое творчество в Иркутске. В экспозиции можно будет увидеть более 100 графических листов. Заслуженный художник Российской Федерации Ирина Маковеева продолжает традиции русской анималистики, воспитывающие в зрителе нравственное отношение к природе. Ее творчество высоко оценено во всем мире. В 2012 году художница получила диплом Российской Академии Художеств. В 2018 – серебряную медаль за серию графических произведений. В 2017 – медаль имени Василия Кандинского и диплом международного экологического конкурса «Эко-Уорд», а также была награждена бронзовой медалью Международного салона в Париже за серию гравюр. Свыше 300 произведений Ирины Маковеевой находятся в собраниях государственных музеев России. Второй участник выставки Мария Шебека, город Владивосток, член-корреспондент Российской Академии Художеств, известный живописец, работает в жанрах тематической картины и портрета. В область книжной иллюстрации пришла в 2017 году и увлеклась настолько, что сегодня для художницы это едва ли не главное направление в творчестве. Ее творчество отмечено наградами, медалью Российской Академии Художеств «Достойному», благодарностью Российской Академии Художеств. В 2021 году Маша Шебека стала дипломантом международного конкурса книжной иллюстрации «Образ книги» в номинации «Лучшие иллюстрации к нон-фикшн». Куратором выставочного проекта является Ольга Зотова, искусствовед, почетный член Российской Академии Художеств, старший научный сотрудник Музея истории Дальнего Востока имени Арсеньева. Благодаря ее проектам иркутская публика имеет возможность знакомиться с современными художниками, работающими по всей стране. Дорогие наши гости! Мы представляем творчество двух удивительных художниц Ирины Маковеевой и Марии Шебека. Ирина Маковеева – заслуженный художник России, а Мария Шебека приехала к нам с Владивостока, член-корреспондент Российской Академии Художеств и руководитель этого проекта Ольга Ивановна Зотова. Ольга Ивановна Зотова – наш друг музея и союза художников, привозит нам уже не первую выставку художников с Дальнего Востока. Мы очень рады такому тесному сотрудничеству, которое позволяет нам удивительным образом и общаться с художниками из других регионов и пополнять коллекцию музея. Но на самом деле это то сотрудничество, которое абсолютно логично выстроилось. Когда я достаточно давно работаю как куратор с разными площадками, и это и залы Академии художеств в Красноярске на Предмостной, и Новосибирск, и города в Приморском крае, и Якутия. И когда с Натальей Сергеевной в один замечательный день мы познакомились, стало понятно, что Иркутский областной музей имени Сукачева – это особое место, которое готово принимать искусство из других регионов, что очень важно, потому что себя мы как-то знаем. Вот Владивосток – город такой креативный, и всего там много, но тоже ты понял уже, что как-то все ты это представляешь. И вдруг кто-то приехал, и вдруг ты обнаружил, что это другое,
И вдруг ты понимаешь, что это связь с другой территорией, потому что личные контакты, они удивительным образом гораздо эффективнее, чем то, что мы в социальных сетях получаем. Сегодня-то нет невозможного. Ну, взял да и списался, и законнектился. А личное знакомство – это про другое. И после того, как здесь побывали и Валерий Левотаев из Комсомольска на Амуре, и Владимир Хрустов из Хабаровска, то есть Дальний Восток так сюда дорогу проторил очень хорошо, спасибо, Наталья Сергеевна. Ее дедушка Кирилл Иванович Шебека, это член-корреспондент Российской академии художеств. 2 года назад мы ему отметили 100 лет. Это одна из ключевых фигур дальневосточного искусства, педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР. В общем, много всего такого, что как бы вот Марию на эту стезю, вольно или невольно, но увлекло. Уже второй раз, и с каждым разом он мне нравится все больше. Надеюсь, что выставка, которую мы вам привезли, вам понравится. Оля очень подробно все рассказала, еще будет возможность на творческой встрече после открытия поговорить. А я, в свою очередь, хочу сказать большое спасибо организаторам, вот, музею такому гостеприимному, Иркутску, и, конечно, Ольге Ивановне, которая сподвигает меня не первый раз уже, не на первую выставку и не на первое путешествие. Вот, спасибо, что пришли, и надеюсь, выставка вам понравится. Я хочу вручить нашим гостям благодарственные письма. Такое наше приветствие участникам. Ну, я вот так прямо все передам. Вот еще сказала Наталья Сергеевна про то, что фонды пополняются музеев после выставки. Это правда так. Мария передает в музейную библиотеку все книги, которые вышли. Это 4 издания. Ирина Маковеева передает вот такую серию иллюстраций. Это афорты, классический афорт. Это редкая сегодня техника, но у вас есть в Иркутске те, кто работают в афорте. И это все животные. И, соответственно, эта серия, которую Ирина в свое время создавала, очень долго работая в московском зоопарке. Кстати, Ватагин в свое время там зоопарк, просто это для него все было. И, да, и, соответственно, вот эти листы, они в постоянные фонды музея, наряду с теми, которые уже здесь имеются, они переходят. Наталья Сергеевна, спасибо. Пожалуйста. Прям бесценный дар. Да. Еще одно поступление в нашу коллекцию. Вообще мы, когда формируем выставки тематические, да, мы стараемся вообще понять, а что же есть ценного у нас в коллекции, чего же нам не хватает, каким образом мы отражаем современные тенденции в изобразительном искусстве, в том числе и в книжном. И обычно вот любая такая большая выставка или тематический проект заканчивается счастливым событием. Для многих это закупом работ у художников. Ну, это жизнь музейная. Музей – это живой организм, который вот обязан и призван в первую очередь, конечно, комплектовать фонды. Я благодарю, Оля, вас. Это прям совершенно бесценный для нас подарок. Выставку считаем открытой. Спасибо.